Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас обзор очередной головоломки, которую можно перевести как или влюбленные шары, или просто любовь шары. В общем, только вчера вы мне ее посоветовали, и я сразу же с удовольствием попытаюсь ее пройти, в общем. Итак, это у нас обучение. Нарисуй одну линию и столкни мячи. Это типа здесь нарисовать. А, вот оно что. Эта линия падает, и мы толкаем шарики. Понятно. А, за просмотр рекламы можно удваивать монетки. Интересно, для чего они нужны. Итак, переходим ко второму уровню. Получается, здесь мы чертим... Да, правда, не совсем ровно этот предмет. А для чего тут третий маленький шарик? Так, а типа вот они скатились. Интересно, нельзя было просто вот начертить линию? А допустим, я могу переиграть? А почему я не могу вот так вот начертить? Ну, к примеру. Да, можно и так, то есть не обязательно как бы чертить так, как показывают. Индикатор показывает использование чернил. Чем меньше ты используешь, тем легче получить 3 звезды. Понятно. Так, а как же быть здесь? Ого. Здесь... А, просто нужно подтолкнуть, наверное, немного, да? Как вот и в первом уровне. Вот. 3 звезды или нет? 1, 2, 3. Да, все просто и понятно. Так, здесь, я думаю, тоже можно вот так вот, допустим, раз. А, стоп, стоп, стоп. Я же, если отпустил кисть, скажем так, то... Ну, все, я не могу со второй стороны вторую часть как бы нарисовать. Но пока как бы проблем никаких, то есть пока все просто, да? Так, а как же здесь? Что нам нужно? Может, какой-то типа как шарик, я не знаю, типа круг вот. Ай-яй-яй, он чуть-чуть застрял. Сильно большой я его нарисовал, неровно, да? Так, если не можете пройти уровень, используя подсказку. Ну, понятно. Можно что-нибудь такое, типа, маленькое вообще нарисовать. И вот видите, все легко проходится. Пока проблем никаких. Ох ты. Подождите, а что, можно рисовать все-таки две части? Ну вот, допустим, да, чтобы его подтолкнуло. Раз. Ай, чуть-чуть слабенько. А, можно и вторую дорисовать. Ой, только не так. А, видите, все. Третья звездочка исчезла. Так, а можно вообще, не знаю, как... Ну, ладно, пускай будет так, как показывают. Каждый, конечно, может по-своему. А, все, даже не нужно было рисовать еще. Просто сила больше была у этой палки, которую сейчас нарисовал. И она сразу подтолкнула. Так, ладно, а здесь... Ну, в принципе, то же самое, как нам подсказывали, да? Можно толкнуть с любой силой. Вот раз. Ладно, чтобы он не перекатился. Отлично. Самое интересное, что вот, допустим, уровнем... А, вот у нас новые есть эти, ну, скины, скажем так, магазин ручек. Вот такая ручка, вот перо, кисточка, карандаш. Такая ручка, ладно. Ага, и мы можем шарики тоже менять. Вот можем такие купить. Давайте посмотрим. Так, а это... Я хотел глянуть. Вот самое прикольное, что на всех этих картинках показывают, как мы проходили, да? Это вообще классная задумка такая. Ладно, у нас уже 10 уровень, да? Или какой там? Или 8? 8. Как-то они странно расположены. Ух ты. Ну, здесь опять, наверное, нужно какие-то кружки, типа, рисовать, как вот я тогда делал. Ага, застрял. Ладно, значит, вот так. Отлично. Такие прикольные, красивые скины уже. Идем дальше. А, так. Ух ты. Так, а что здесь не так? Если я как-то не так нарисую, то вот звездочка сверху, наверное, упадет. Давайте попробуем. А-а-а.
упала и разбилась. То есть можно вот так сделать, да? Нет. Ладно, просто нужно, значит, палку вот так нарисовать. Вообще ничего сложного, просто я не было у нас такого, что еще не куда-то разбивались, падали. Но вот теперь есть. Так, а здесь, наверное, нужно просто вот как-то так. Ай, не-не-не-не. Не так. Ух ты. Прикольно. Наверное, нужно наоборот, вот. Так как-то. Но она падает, видите, и все. Да. Уже вот сложность. Получается, значит, нужно как-то делать вот так вот. Раз. Типа такую горку. И вот так, чтобы три звезды было. Ха-ха. С горем пополам все-таки получилось, да? Еще бы там буквально пару миллиметров мазка. И все. И уже было бы две звездочки. Так, а вот здесь интересно. По идее, сложного ничего не должно быть. То есть просто мы должны его подтолкнуть. Он покатится теперь вниз. И красок у нас осталось целая куча. Даже не знаю, сколько можно уровней пройти за один обзор. То есть их просто здесь целая куча. Ну, можно вот так вот сделать. Опа. Прикольный уровень. Ведь самое интересное, что каждый может их по-своему проходить. Так, ну а здесь нам... Ого. Очень даже интересно. Может, как-то нужно... Да, здесь, видите, краски много. Много красок. Вот, мне хватит. Похож на нос, а там глазки. Это в виде сердечек. Так, ну здесь... Принцип тот же самый, что вот был уже такой уровень. Мы можем вот так вот сделать. Вот. Чтобы эта палочка наша нарисованная никуда не укатилась и не упала. Ух ты, а как они здесь будут? Я просто до конца не пойму. Он должен, наверное, в сторону как-то упасть. Поэтому нам нужно ему как-то ограничение сделать, я не знаю. Нет. Ух ты. А, нам нужно его просто толкнуть, наверное. Ага, а почему, может... Смотрите, я ж могу так его еще толкнуть. Нет, нет, его придавило. Нет, все-таки они встретились. Мне предлагали переиграть, но... Я рисовал, 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 рисовал. Все-таки дорисовал. Так, а то там вода или что это вообще? Ну, в принципе, наш мальчик, он и так покатится, да? Только девочку нужно вот так вот... вот, отлично. Сколько же всего уровней в первой части? А, так, уже 14 прошел, а их всего здесь... А, ну тут они не разделены. 36. Получается... А, это уже был первый, типа, вот раздел, да? 12 уровней. А это уже пошел второй раздел. Понятно. Что же ежедневное испытание? А, я интернет отключил, чтобы не было рекламы. Ежедневное испытание недоступно, значит. Обойдемся без них, а 17 уровень. Так, здесь нужно чуть-чуть под... толкнуть. Ай-яй-яй, нет-нет-нет, не получилось. Еще раз, так. Нужно все-таки трамплины вот так рисовать, да? Ага, да, с левой стороны он не упал, а с правой девочка наша падала. Так, а что здесь? Ух ты. Нужно их как-то толкать. Может, как-то вот, вот так вот. Нет, мимо. Вот, одного толкнули. Тдух, и ее толкнули. Еще и красок целая куча осталась. Прикольно. Ох ты. Ну а здесь нам нужно как-то распорку такую сделать. Типа вот так, да? Ай, не так. Ладно, мы можем мальчика нашего подтолкнуть. Ай, вторая звезда. Сильно большую палку нарисовал.
очень большую. Вот. Вот. Все готово. Так, а здесь что? Ой-ой-ой, не знаю. Они же вообще упадут куда-то вниз. Получается, нужно как-то... Ого. Типа... Красок у нас куча, да? Поэтому что-то типа такого делаем. Ха, получилось. Ого. Они, по идее, будут катиться, поэтому нам просто нужно их остановить. Вот, типа... Ай! Ай, ну что ж было вот так. Фух, встретились. Но можно было сделать еще вот так вот. Вот такой вот, типа, трамплин, да? Правда, сейчас они могут его сбить. Нет, не сбили. Так, а нам доступны новые какие-то одежды. И скины. Ха? А, единорожки. Хо-хо. Пираты. Прикольно. Давайте футболиста возьмем, типа, за 525 монет. В принципе, нормальные расценочки, недорогие. А, кстати, можно еще нам фон поменять, да? Вот такой фон, а теперь морской, а вот футбольный. То есть, раз у нас футболисты, мы и фон берем футбольный. То есть, теперь мы будем играть, а у нас будет футбольный фон. Да, так прикольней. Так, а что же здесь делать? Типа вот так и вот так, да? Больше на бильярд похоже было. А, ну ничего. Так, а вот здесь, а вот здесь. Ничего себе, здесь нужно, во-первых, поставить такую распорку, вот, чтобы они никуда не вывалились. Ну и можно сделать так, как вот нам показывали, да? Вот так вот. Ту-дух. И здесь тоже. Ту-дух. Ой-ой-ой. Только переборщил, по-моему. Можно. Ой. Ту-дух. Подкатись. То есть, когда краски много, можно кучу способностей использовать, их, ну, вариантов использовать. И не бояться, что проиграем. Так, ну а здесь фактически-то совсем нужно было не сильно их толкнуть. Вот что я и сделал. Так, это уже у нас что? 24. 24, и это уже два раздела. Ха? Наверное, я быстренько пройду третий, то есть в игру в ник все получается. Так, тут вообще не сложно, по идее. То есть вот так вот можно сделать. И вот так. У кого у нас что, фантазии хватит? Так, а здесь... Ой-ой-ой. Это же дело в том, что они упадут. Краски много. Поэтому можно вот сделать такой, как захват, да? В общем, они встретились. Хоть мой захват и упал. Но главное, что уровень пройден. Так, а здесь нам вообще можно что-то типа какого-то такого треугольника сделать. Ай, нет, слишком неправильно. Как же тут сделать? Типа... маленькие шарики. Совсем маленькие, да? Ту-дух. А, сильно большой. Ладно. Да, что ж такое? Нет, надо переигрывать. Получились не шарики, а в общем. Лучше не буду говорить, что получилось. Так. Да что ж не везет с этой стороны? Так, ну сейчас они все-таки встретятся. Да-да-да. Молодцы. Так, ага, а вот здесь нам тоже нужны типа шарики. Главное, чтобы они далеко не укатились там. Это даже не шарики, это такие подковы. Подковы тоже такие полукруглые, тоже катятся, как вы видите. Так, а здесь нам нужно как-то их совместить, иначе они укатятся друг от друга. Ну, в принципе, краски много, да? Нет, немного. Но дело в том, что вы видели, я думал, что уже переигрывать. Но мой трамплин оказался как горка удачным. То есть, с одной стороны, его хватило. Так, а как же здесь быть? Подождите. Наверное, просто нужно что-то типа такого сделать. Да-да-да. Так.
А, видите, только сейчас вот дневные эти задания разблокированы. Давайте попробуем. Нет, их все-таки нам не дают. Ну, еще раз повторюсь, обойдемся без них. Нам осталось пройти сегодня 6 уровней. Это, наверное, первая такая игра, в которой проходим такое количество уровней. И особо без проблем. Так, вот так я сделаю. И они катятся навстречу друг другу. Да, здорово. Такая прикольная, милая детская игрушка, в которую, мне кажется, даже там двухлетние смогут играть. И будет все получаться. Так. Как же здесь сделать? Наверное, нужно что-то типа вот такого сделать, да? И здесь какую-то блокировку, типа. Иначе девочка наша укатилась бы. Все, отлично, пройдено. Так, а здесь вот опять какие-то сложности. Как же нам быть здесь? Подождите. Типа, сейчас я попробую. Не знаю даже, что я хочу сделать. Краски есть. Типа, нужно упор какой-то сделать. А ну-ка. Да, получилось. Даже эта штука и не упала, видите? Прикольно. Так, ну здесь принцип тот же самый. Мы берем. Делаем какую-то такую абракадабру. Ха! Все пока легко. Так, а сейчас вот она может упасть. Нам такое счастье не нужно. Поэтому мы рисуем вот типа такого. Юху! Это уже 35 уровень и 36 последний на сегодня. Так, как же нам здесь быть? Ну, пробуем вот так вот. Покатился он обратно, да? А теперь, скорее всего, нужно будет помочь. Хотя, видите, он и так катится нормально. Ай! А, да, поспешил. Дух. Ай, две звезды, буквально слишком жирно называется, намазал, да? Эту краску. Ладно. Просто здесь нужно было сделать именно не такую палку сразу, как я, вот типа трамплина что-то. Еще куча красок остается. Да, и видите, можно даже, в принципе, не подталкивать. Он должен докатиться. Ладно, подтолкну, все равно краски есть. И вот они встретились. Так, 36 уровней пройдено. Хорошо. А сколько здесь всего их? Давайте глянем. Даже просто интересно, так вот. Ну, довольно-таки много, как видите. Я пытаюсь листать побыстрее. Ага, вот. 528 уровней, ничего себе. Так, ну как мы видим, там уже какие-то сложные уровни, там с всякими препятствиями. Я думаю, будет интереснее их посмотреть, чем вот эти первые. А поэтому, если вам понравилась эта игра, то поддержите это видео своими лайками. И подписывайтесь. Возможно, очень скоро следующая часть. Оставайтесь с нами. Пока-пока.